Весна – время первых цветов, теплых дней и самого любимого всеми женщинами праздника – Международного женского дня. Поздравить с этим светлым праздником собрались дети сотрудников Далевского университета. Они решили сделать это очень необычным и трогательным способом. Что может быть ценнее искренних детских пожеланий и любви? Я люблю свою маму за то, что мама любит меня и родила меня. Мама очень любит меня и проводит со мной очень многое время. Я люблю свою маму. Поздравляю тебя с днем рождения и с днем 8 марта. Мальчики и девочки, несмотря на разницу в возрасте, не устают говорить теплые слова своим самым красивым, самым обаятельным мамочкам, бабушкам, сестрам и тетям. Дорогая мама, я тебя поздравляю с 8 марта. Желаю тебе всего самого лучшего. И я тебя люблю за то, что ты мне помогаешь делать разные задания и поддерживаешь меня на соревнованиях. С 8 марта, любимая мама, спасибо тебе за то, что ты терпелива ко мне, любишь меня всем сердцем. Я желаю тебе счастья, здоровья и удачи. С 8 марта, мама. Так много теплых слов, искренних пожеланий и нескрываемых эмоций – все это любовь к маме. Дорогая мама, хочу поздравить тебя с 8 марта. Спасибо, что терпела меня всегда, мои хотелки, иногда их даже покупала. Желаю тебе всего хорошего, здоровья, счастья, всего того, что ты захочешь, всего наилучшего. В общем, с 8 марта. Пока дети рисовали поздравительные открытки, оказалось, что наши мамы самые терпеливые, добрые и самые красивые. Дорогая мама, желаю тебе здоровья, счастья, друзей и всего самого наилучшего. Спасибо, что готовишь нам еду, убираешь за нами. Поздравляю тебя с 8 марта. В этот солнечный весенний день, наполненный цветами и красками, мы желаем нашим мамам, бабушкам, сестрам и тетям быть здоровыми и счастливыми, чтобы дети, внуки и племянники радовали вас своими достижениями, мирного неба, хорошего настроения и новых впечатлений.